Доброго времени суток, мои маленькие любители сочных битов. Меня зовут Drak in my blood, a.k.a. Drak, a.k.a. Друг, и просто ваш любимый челик, который объясняет вам за биточки и за разные стили. На повестке дня у нас набирающий популярный жанр супер трэп, Alien, Redda Type Beat, Космос. Одним словом, я думаю, многие из вас слушали Ита с его странными бэками. Так вот, сегодня хочу показать вам, как сделать бит. Нет, не в его стиле, а в стиле Redda. Redda — это супер трэп исполнитель, который набирает популярность на SoundCloud. И, может быть, вы слышали его, может, узнали о нем после этого видео, но это не столь важно, потому что сегодня я хотел бы разобрать бит в этом стиле. Но за бит я хочу сказать огромное спасибо моему близкому другу NeverBrokeBeatsу, который любезно написал инструментал с нуля и скинул мне на разбор проектик, который я для вас сегодня и разберу. Ну, не будем тянуть время, и давайте приступим непосредственно к разбору. Первый звук — это дефолтный пэт из серума, который звучит вот так вот. Но хочу заметить, что вся мелодия уже включена с халфтаймом, поэтому пэт имеет именно такой звук. Второй пэт также из серума, это хор, который имеет вот такой вот рисунок. Третий звук — это Vox Plug, также из серума, звучит очень красиво, и давайте же посмотрим, как он выглядит в пиано-роли. Четвертый пэт последний, он звучит примерно так, тоже имеет свой вайб, то есть низкие такие ноточки, которые дают атмосферки. В целом мелодия звучит очень атмосферно, что и относит нас к таким, знаете, космическим вайбам а-ля Alien Super Trap. Обработка очень простая, это Valhalla Vintage Verb, дефолтный пресет, 100% микс. Далее идет Fruity Parametric с такими настройками. Эквализация. Срезаны низкие и высокие частоты. И самый сок — это Halftime с долей 1.2 на режиме 1.5x. Далее идет бас, который имеет, ну, более-менее простой рисунок. Далее идет вторая вариация баса, соответственно, для развития бита, и чтобы он не звучал более-менее однообразно, то есть там разнообразие, все дела, шарить. Крайх, этот супер трэп — это один из важных инструментов для создания именно вайба космоса. Ну или такого, знаете, Alien, пришельцы, там все дела. Как вы могли, наверное, услышать, в начале хэты были такие, знаете, с эффектом зажевывания. Вот такой эффект можно получить при помощи плагина Looperator. Далее идет звук, который также дает мелодики к биту, имеет вот такие вот обработки. Опять же, дефолтный пресет Valhalla, но микс на этот раз убран 70%. В параметрике срезаны верха, ну, в принципе, тут ничего сверхъестественного. А теперь далее, внимание, вопрос, без чего супертрэп никогда не будет супертрэпом? Мелодия? Драмка? Или без супер? Ладно, забавно, но на самом деле он не будет без креативных роллов на хай-хетах. Чтобы прописать такие роллы, нажмите на магнитик в пиано-роли и выберите 1/6 шага. И прописывайте их так, как вам хочется. Только не делайте их слишком странными, потому что, ну, будет невозможно разобрать целостность бита. Также на хетах висит луператор с пресетом Arthur Dent. Ну, в принципе, ничего такого, знаете, сверхъестественного тут нету. Ну, клэпы, снейры, римшоты, ребят, думаю, вы знаете, как прописать. Типа, моя помощь здесь вообще не требуется. Все, блядь, знают, как сделать хлопочек, римшоты и так далее. Поэтому мы не будем на этом останавливаться и перейдем, наверное, сразу к Авбеллу, который добавляет своего вайба к битам. Ну и, в принципе, крутой. После Ковбеллы идет опенхеды со слайдами, которые также делают свое дело. И, конечно же, колокол, табуляр, как и в битах, на которые залетает ИТ.
Вот такая вот обработочка у табуляра, в принципе, смотрите. Далее, Never Broke добавил вот такой звук, как бы заедания чего-то. И дефолтные опенхеты, ну, без всяких там приколов. И вот такой вот удар молнии в начале, вместо эфикса или крэша.